Здравствуйте, я Ожененко Тамара, и это мой отзыв на все четыре модуля школы коучинга Павла Борисовича Колесова. Я живу в Белгородской области, и сейчас я уже могу заниматься всем, чем хочу. В школу коучинга я попала 3 года назад. Я увидела рекламу в почте. Мне на почту пришла рассылка. Заинтересовала меня. Потом я прошла марафон Павла Борисовича, и меня поразили коуч-сессии, рекламные коуч-сессии, в которых коуч-ассистенты, которых теперь я хорошо знаю и очень люблю всех. Вот там коуч-ассистенты проводили сессии с клиентами, и я почувствовала какое-то, ну, на тот момент совершенно волшебное состояние по результату этой коуч-сессии. И это было такое открытие. Знаете, как сейчас говорят, а что так можно было? Это такое было чудо, что так можно, что это реально, это возможно. И ощущение чуда не уходит. Я знаю, на какой науке, на каких методах основан метод УВК. Я почти все эти течения психологии или изучила, или, ну, насколько можно было за это время, или ознакомилась. Я понимаю, что все, что происходит здесь, это научно обосновано. Но ощущение чуда не уходит, потому что за такие сроки и такие результаты, такие изменения, ну, это... Ну, в это невозможно поверить. Молодежь понимает, у них все очень быстро решается. Результаты мои личные. Во-первых, в области денег доход увеличился за это время в 2 раза. И есть перспективы дальнейшего увеличения. В области здоровья. Ну, я могу сказать, что до первой сессии, которую я прошла как клиент, я уже ходить не могла. Я уже думала о палочке, о костылике, ну и все, что с этим связано, можете себе представить. 1,5 часа работы с Александром Федичевым, и я стала ходить. Но я еще месяц сама себе доказывала, сама себя уговаривала, что я могу наступать на эту ногу, что мой тазобедренный сустав в рабочем состоянии, а не в том, который был до этого, ну, лет 20. Лет 20 я прихрамывала, а потом уже просто вообще перестала на эту ногу наступать. А сейчас я хожу, бегаю, прыгаю, танцую. Все, все хорошо. Ну и это был первый результат. А потом... Здоровье улучшалось и улучшалось постепенно. Я стала намного более спокойным человеком, уверенным в себе, потому что появилось осознание. Я стала понимать причины, почему я себя так веду, почему ведет себя так какой-то человек по отношению ко мне или к другим. А когда знаешь причины, то можно уже с этим что-то делать, уже как-то выводить на позитив любую ситуацию, любой диалог. Ну, иногда даже погоду, но это уже слишком. Что понравилось? Все понравилось. Самогипноз. Самогипноз 1 – это что-то потрясающее, это выход в другую реальность с собой в главной роли. Было такое. Очень многие коллеги, и вместе с ними я говорю, вот под голос Павла Борисовича просыпаюсь, и под голос Павла Борисовича засыпаю. Был такой период в жизни. Необходимый. И сейчас очень часто к этому прибегаю. Намного спокойнее, намного увереннее, намного осознаннее. Вот эта тройка так и повторяется в моей жизни каждый день лучше, лучше и лучше. Спокойнее, увереннее, осознаннее. И теперь я уже этим состоянием могу делиться, ну, со всеми, кто способен воспринять. Кто хочет воспринять эти перемены, вот, я могу это могу помочь. Вот. Я избавилась от бессонницы с помощью транса «Здоровый сон». Ну и в совокупности с помощью всех остальных трансов, потому что это такой процесс всеобъемлющий, комплексный.
Обмен инвестициями. Жемчужина ЭОТ и метода ОВК. Это то, без чего вообще теперь жизни нельзя представить. И это влияет на мою жизнь в любых сложных ситуациях, помогает восстановить энергию из прошлого, восстановить баланс сегодня, вернуться в здесь и сейчас, не залипать в каких-то прошлых там проблемах, конфликтах, потерях, болях и так далее. Сейчас на это все уже смотришь с улыбкой. Все, что считалось негативом, неизлечимым, непоправимым, ну, сейчас просто понимаешь, видишь, во-первых, бесценный дар, который приносит каждая проблема тебе, и огромный ресурс, который спрятан за каждой проблемой, за каждой болью, за каждой потерей. И теперь ты понимаешь, это просто ресурсы, это просто ступени эволюции, ступени осознания. И вот в этом, и этому пониманию, конечно, бесценная помощь метода ОВК и школы коучинга Павла Борисовича. Очень интересно тренинг о возрастных, информации о возрастных кризисах, это тоже бесценно. Тренинг по психотипам дал свои ценности и свое понимание, осознание. В моей жизни изменения какие произошли? Я сменила сферу деятельности. Я примирилась сама с собой. Это было непросто. Вот. Стала намного более спокойно и продуктивно общаться со своими родными и близкими. Вот. Хотя уже я сама была уверена, что с некоторыми членами семьи я вообще уже никогда до своей смерти не увижусь. Но теперь мы общаемся, обнимаемся и говорим, что мы самые родные, любимые и прекрасные. Ну, не только я, никто этого не ожидал. Но вот работа в школе осознанная, вдумчивая, глубокая работа по прохождению коуч-сессий, по проведению коуч-сессий дала свои результаты. И это тоже. После коуч-сессий с коуч-ассистентами, которая каждая запоминается, каждая это чудо, научно обоснованное чудо. После этих коуч-сессий из моей жизни ушли очень многие физические заболевания, изменился характер в лучшую сторону. А после сессий по сепарации от родителей общение с мамой улучшилось в разы. Улучшилось взаимопонимание, улучшились мои чувства по отношению к ней. Мы можем общаться, я могу совершенно искренне обнять ее самыми светлыми чувствами, самым великим теплом в душе, с огромной любовью. Вот. Все прошлые обиды просто растворились, просто исчезли. Они не просто исчезли, они дали огромный ресурс для дальнейшей жизни. Так, от работы в паре с однокурсниками я получила бесценный жизненный и профессиональный опыт. Появились новые знакомства, расширился круг интересов и круг общения. Вот, тоже был очень полезный обмен информацией. Из каждой сессии я могла выбрать какой-то и опыт работы с клиентом, и чем-то помочь однокурсникам. Ну, в общем, это был обмен знаниями, информацией. Это было очень интересно и очень полезно. За время прохождения школы ОВК я устранила у себя около 50 внутренних конфликтов. Ну, точно нельзя сказать, ну, примерно. Я выбрала школу ОВК Павла Борисовича Колесова из-за того, что на демо-сессии мне понравился метод работы, пришло понимание того, что можно применять разные методы в своей жизни и найти ответы на самые разные вопросы. Могу посоветовать школу ОВК из-за легкости в работе, из-за быстрого осознания и из-за получения быстрых результатов. И как человек с большим жизненным опытом, опытом прохождения большого количества жизненных трудностей и обширных знаний в духовных учениях, я могу совершенно уверенно
заявить, что данная школа включает в себя огромное количество теоретических и практических знаний по психологии, которые успешно применяются в повседневной жизни и практической работе психолога и коуча. Конечно, я могу посоветовать обучение в этой школе любому человеку, который не хочет плыть по течению, который хочет осознанно строить свою успешную жизнь, который не боится перемен. Ну, хотя страх перемен здесь тоже можно проработать. Как и очень-очень-очень-очень многие другие вещи.